и посвятили много литературных произведений именно Рождеству. Вот первое произведение, которое приходит вам в голову. Что это за произведение? «Вчера на хуторе близ Миканьки». Совершенно верно, совершенно верно. И сейчас вас приветствует народный коллектив «Украинская хоровая капелла Москвы», художественный руководитель, заслуженный работник культуры России и Украины Виктория Скобенко. Пусть по небу черт летает, пыль с луны хвостом сметает, кот старухи лижет пятки, на дворе поют чего? Порядки! Совершенно верно! Порядки, дорогие друзья, співайся, Украина и Россия! Мы вас вітаем, перш за все! Концерты и песнопения в церквях, и большие концерты вместе совместно с коллективами Казани.
украинцами. Очень приятно. И мы вам тоже хотим передать большой привет, потому что они передавали москвичам, всей Москве, большой привет и поздравления со святыми праздниками. Мы сейчас вам споем одну колядочку на лемківській мові, на лемковском языке. Это западная Украина. Вот кто ту колядку три раза спивает, 70 грехов за себя змывает. Вот так. Так что мы ее поем, поем, поем и будем петь. Дай Бог, чтобы все наши грехи простил нам Господь. Залетала маланка, бігала коза по залі. Ну, тобто, було весело. Грають, співають українські села. Старий рік минає, новий наступає.